В рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» в Ленинском районе в этом году будет проведен ремонт дорог общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас работы уже начались. Чтобы проверить, как идет процесс, муниципалитет посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Сегодня мы посмотрели, как реализуется программа губернатора, региональная программа «Дороги Подмосковья». Это вообще широкомасштабная программа, которая подразумевает собой капитальный ремонт очень многих дорог в Подмосковье. И в Ленинском районе это 22 объекта, 22 участка дороги, где будет отремонтировано дорожное полотно, установлен бордюрный камень. Ну и сделан полный комплекс работ. Вместе с представителями администрации Ленинского района депутат посетил два объекта на Белокаменном шоссе и в Северной промзоне. Основное финансирование ремонта ведется из Дорожного фонда Московской области. Дополнительные средства направлены из бюджетов городских поселений Видное и Горки Ленинские, где будут вестись самые значительные работы. С полным списком дорог можно ознакомиться на сайте районной администрации. Основные артерии, которые у нас есть, это связывают так или иначе город с выездными магистралями Москвы или области, запланированы на летний период времени, когда уже будут каникулы, будет не такое интенсивное движение, дабы не создавать лишних неудобств водителям транспортных средств. Поэтому туда мы выйдем на работу в середине июля месяца. Повлиять на темп проведения ремонта может погода. Это немаловажный фактор. И пока установились ясные дни без осадков, бригады трудятся с удвоенной силой. Также стоит отметить, что по рекомендации администрации района старый асфальт не будет полностью утилизирован. Крошка, которая снята с асфальта, она у нас повторно используется в поселениях для работы с частниками, когда люди пишут письма, что в индивидуальном порядке можно что-то сделать. Все ремонтные работы планируется завершить до 30 августа. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.